Британцы выбрали худшую из лучших. По результатам социологического опроса названо имя самой неудачной партии знаменитого шпиона Джеймса Бонда. Звание худшей подруги агента 007 досталось голливудской актрисе Денис Ричардс. Она сыграла в фильме «И целого мира мало», в котором Бонда исполнил Пирс Броснан. Участники опроса вовсе не считают девушку некрасивой. Их смутили слишком откровенные наряды Ричардс, не сочетавшиеся с ее ролью доктора. Лучшей девушкой Бонда вот уже почти 50 лет британцы считают Урсулу Андрес. В паре с Шоном Коннери, которого также уже не раз признавали лучшим Бондом, они сыграли в ленте «Доктор Ноу».